Всем привет! Сегодня я расскажу об очередном своем автомобиле из моего автопарка. Это грузовик Ави D120 производства Чехии. Немного истории, как он вообще попал ко мне. Ко мне тут попали документы его происхождения. Машина 2012 года выпуска благополучно стояла на стоянке в Москве до 2016 года. Потом ее выкупила в лизинг некая фирма волгоградская, которая ее проэксплуатировала в год и решила от нее отказаться, то есть дали ее обратно в лизинговую компанию. Так как я работаю с этой лизинговой компанией, увидел у них на сайте объявление о продаже машины, съездили, посмотрели, в принципе, все понравилось. Предыдущая компания, владелец для меня, купили ее за 2 миллиона 650 тысяч рублей. Вот. Лизинговая компания, которую уже сдали ей через год, начала это продавать машину на 1,5 миллиона. После осмотра мне удалось снизить цену до 1 150 000 за эту машину. Машина производства Чехии, машина REV, без установки пока, но в ПТС написано REV, 7-тонник, грузоподъем сегодня 7 тонн, по паспорту максимально разрешенная масса 11900, то есть до 12 тонн, под платон эта машина не попадает. Вот. Я ее купил в лизинг. Первым взносом 230 тысяч рублей взял в лизинг на 3 года с ежемесячным платежом 43 тысячи рублей. На этой машине установлен двигатель Cummins, 4-цилиндровый, 177-сильный. Такой двигатель устанавливается сейчас на камазятах. Коробка здесь ZF, подвеска рессорная спереди и сзади. Переднее сиденье водителя на пневмо оно здесь расположено. Бак был стандартный 120-литровый, мы установили 250-литровый камазовский. В принципе, в машину в эту особо ничего не вкладывали, поменяли резину по кругу, заменили масло, какие-то расходники мелкие поменяли и вот эксплуатируем. Брал ее при пробеге 99 тысяч, был на ней пробег. Вот. Пробег реальный, никто его не скручивал, сейчас уже 150 тысяч. Сейчас уже 150 тысяч пробег, то есть 50 тысяч мы накатали за 3 небольших месяца. За это время на машине ничего не ломалось, скажем так. Вот. В принципе, машина показывает себя достойно. Расход у нее около 20 литров. Движочек тянет хорошо, замечательно. По трассе идет плавненько, вообще просто одно удовольствие. Единственный минус этой машины, то что здесь на холостых оборотах колбасит так кабину, то есть либо это неправильные там настройки холостых оборотов, но дилер сказал, мол, у них такая особенность этих машин, то на холостых кабина так тарабанит. Мы это покажем еще, снимем внутри. Вот, данная машина — это единственный изотерм, так скажем, в моем автопарке. Вообще, как бы, изотермический фургон не практикую, но эта машина длиной 7,5 метра. Ширина у него 2,30, высота 2,20, в нее влезает 15 евро палет. Возим на ней какое-то оборудование, возим продукты, редко очень получается на ней возить. В принципе, машиной доволен. Эта машина имеет цельную 7,5-метровую раму. То есть это никакие не вставки, как на газонах Next. Здесь цельная конструкция идет. Я уже давно присматривался к этим машинам, да, но по цене они, конечно, недоступны. Сейчас их уже не производят. Но вот по случаю выпала покупка такой машины, я решил приобрести. Рама хорошая, прочная. Задние рессоры мы, конечно, уже все переделывали. Поставили от зубренка. Передние добавили тоже листы. Запчастями на эту машину, конечно, просто беда. Запчастей нигде нет, ни у дилера, который называется так Илар Авто. У них там только какие-то фильтра, ну и мелочь какая-то. То есть, если говорить о кузовном железе, вы, конечно, нигде не достанете его. Даже рессор, родных рессор даже у дилера нет. Бывают листы, но насколько я звонил 2 месяца назад, и листов таких не было. Пришлось колхозить от маза зубренка на эту машину. Ну, по движку, наверное, здесь вопросов не будет. В принципе, движки распространенный Cummins. Как их ремонтируют, все, наверное, знают. Да и при таком пробеге думать о ремонте такого двигателя — это еще рама. Колеса здесь стоят радиус 17,5. Резину поставили нашу. Вперед камовскую, заднюю китайскую. Sunlun, по-моему, она называется. Резина, конечно, дефицит.
таким размером, она профиль у нее пониже, очень сложно найти ее. Вот. Но в целом машина себя как бы зарекомендовала достойно. Настоящий европейский грузовик. Вот. Кабина комфортабельная, просторная. Едешь, тишина, ничего не гудит, ничего не жужжит, в отличие от нашей техники. Спальника плохо, конечно, что нет на ней. Ну ничего, так водитель на сиденьях располагается. Установили сами обтекатель. Обтекатель на эту машину подходит от Mitsubishi Fuso, который делают в Татарии. Немножко его подогнали, конечно, под эту машину, но в принципе он стоит. Фургон здесь толстостенный, под заморозку. В ПТС у меня написано рев. Ставить или нет холодильную установку, я пока не решил. Вообще, как бы, фургон хороший, длинный, но он очень узкий. То есть, в идеале, чтобы было 2,45 по ширине, тогда бы туда влезло 2 европалета, и он уже вмещал бы 18 европалет, в него бы ходил бы легко. Я знаю, что такие машины бывают и 8-метровые с цельными рамами, но сейчас они что-то очень редкие. Здесь движочек Евро-400, на нем была бочевина, которая, соответственно, не работала, казалось, какая-то ошибка, но мы ее благополучно отключили за 6000 рублей в Москве. Сейчас ездим без бочевины, в принципе, на работе двигателя это никак не сказалось, кроме горящей ошибки на панели. Запчасти на эту машину, еще раз повторю, дорогущие, если мы брать какие-то отдельные элементы. Но я так понял, эта машина какая-то сборная солянка у европейцев. Что-то подходит от манов маленьких, от Ивека вот этих тоже маленьких 5-7-тонников. То есть постоянно что-то есть. Люди, которые, вот я общаюсь на форуме, есть определенная группа, там говорят, что просто подбирают запчасти методом тыка, приносят в магазин и там как-то находят все. В принципе, я пока сюда ничего не покупал, ничего не вкладывал. Вот сейчас только будем менять ремни, ролика натяжные, потому что по регламенту при 100 тысячах замена. Вот, планирую машину эксплуатировать в таком жестком режиме, в режиме нон-стоп, без остановок, чтобы она как можно быстрее окупила себя. Смотрите, какое лакокрашенное покрытие, как сохранилось, да, то есть ни сколов, ничего нет, ни рыжиков никаких, вон даже бампер, да, цвет пластика, ну как новый, не выигрыш, хотя машина 2012 года. Фары, оптика, без сколов тоже, без всяких, без трещин, светят замечательные данные фары. Зеркала большие, объемные, на раме рыжики там минимальные, да, возьмем нашу технику, там после года уже вообще не взглянешь. Тут, в принципе, вид такой достойный. Что значит Европа делает, а не наши умельцы. По рессорам добавили, к родным рессорам, два листа от зубренка. То есть у нас получается там рессоры вообще, мало листовая идет, но мы еще добавили по листу. То есть у меня получилось 5 листов спереди. Даже при 5 листах спереди машина очень мягко идет по трассе, ну там ощущение прям как плывет. Задние рессоры. Вот можно показать вот эти вот отверстия, это стандартное крепление родной рессоры. Мы здесь переделали на мазовскую, просто пересверлили отверстие, сантиметров на 5 перенесли. Сюда спокойно встала рессора от маза зубреночка. Вот, видим, да, рама тут практически без рыжиков, ничего еще такого нету. Что касается фургона, фургон тут рязанской компании производства, ну вон он уже, у нас ржавчина на ней. Задние фары, по-моему, от Ивека, от какой-то модели, не знаю, стоят, стоят что-то безумно дорого. Вот треснула стекляшка, что-то мне там менеджер за стекляшку, то ли 5000 рублей зарядил. Поэтому пока ездим так, если что, поставим какие-нибудь китайские аналоги. Вот тут можно посмотреть, как выглядит рама. Рама из толстого швеллера сделана. Видно, что добротная рама сделана. Нигде не гнется, ничего не перекошено. То есть, ну, все просчитано вот именно для 7-тонной машины. К раме вообще вопросов никаких нету. Ну, фургон не буду показывать. Обычный изотерм. Возили там, видать, рыбу до нас. Вонь стоит дикая. Проветрили, не проветрили, все равно воняет. Вот.
Подмазали крышу, крыша протекала чуть. Герметиком прошлись, в принципе, весь вопрос ушел. Вот не знаю сейчас, хочу продать этот фургон, может, кому нужно, обращайтесь. Продать его и установить фургон более объемный и широкий для моей работы, чтобы влезало 18 евро палет. Ну что, посмотрим, как она устроена в салоне у нас. Дверь вот, нет никаких крепежей, чтобы она вот так вот не закрывалась. Вот, ну, в принципе, салон такой, скажем, простенький. Пластмасса, наверное, не из дорогих. Все, что нужно, здесь есть. Переключатели, топливные датчики. Здесь бортовая сеть 24 вольта идет. Блокировка заднего моста есть. Ну, самое главное, о чем я говорил. Мы ее попробуем завести и послушаем, какие звуки в салоне. Я не знаю, передаст ли это микрофон. Слышим, да, что идет такая вибрация. Это не то, что там подушки кабины раздолбаны или что-то, все смотрели. Это просто двигатель, видать, на холостых работает в таком режиме. Как-то подрегулировать его я что-то не знаю. То есть чуть-чуть газку даешь, соответственно, вот эта вибрация пропадает. Движочек, в принципе, работает нормально. Вот, а вибрация такая есть, вот дребезжится вся кабина, не знаю, как в мороз тут в 30 градусов не спать. Насколько я слышал, что такая особенность у них, у таких машин. Но это, конечно, большой минус. Руль, в принципе, я не скажу, что легко крутится, да, но несложно. Есть горный тормоз, переключение дворников, ну, стандартное, то есть все. Ничего какого-то сверхъестественного на эту машину не устанавливают. Вот. Свет, тахограф стоит, магнитола. В общем-то, машина нормальная. Единственную, которую мы доработку внесли, это вот рычаг ручного, включения ручного тормоза. Мы его перенесли за сиденье, так как он стоит прямо между двумя сиденьями. Вот здесь вот он стоял. Вот. Соответственно, когда спишь, он тебе упирается прямо в заднюю точку. И, соответственно, неудобно было спать. Мы его туда благополучно перенесли за сиденье. Теперь ничего не мешает. Такое спальное место получилось. Прямое. Вот. Электростеклоподъемников нету. Блокировка замков. Все здесь присутствует. Скорости, в принципе, переключаются неплохо. Удобно переключать их. Рычаг высокий. Сигнал. Ну да, что-то какой-то слабоватенький. Ну а так салон такой просторный достаточно. Я не знаю. Мне нравится на ней ездить, хотя я и не езжу, а так вот перегоняю периодически. В принципе, обзорность хорошая, большие зеркала, все видно. Зеркало бордюрное и так далее. Очень много, ну немного очень, объявлений на Авито видел. Продают эти Ави. Люди боятся, видать, брать, наверное, думают, что это за чудо-машина, где брать запчасти. Там и люди описывают, что, мол, подходит от этого, от того, от Мана, от Дафа. В принципе, тут бояться не нужно. Хоть эта машина бэушная, но это все-таки европейский грузовик. Здесь практически ничего не ломается, да. Все расходники как-то можно заказать. Вот я общаюсь в группе ВКонтакте, называется «Авиа D120». Там мы общаемся, есть человек, который поставляет запчасти, у кого-то что-то есть. Люди говорят номера каких-то определенных деталей. То есть все вопросы решаем, все можно найти. Да, вопрос, какой ценой. Если вы, конечно, придете в какой-то магазин запчастей и скажете, дайте мне вот на такую-то машину какую-то запчасть, там, конечно, все продавцы разведут руками, ни каталогов у них нет, ничего у них нет. Каталог только у официального дилера, и то, который неохотно дает номера некоторых позиций. В принципе, я запчасти на нее заказываю в таких вот фирм, как Армтек, Омега, крупные дистрибьюторы. Все в течение 1-2 дней приходит.
Так что машина, в принципе, за такие деньги достойна. Еще раз повторю, она стоила 1 150 000. Сейчас Газель Next стоит, наверное, 1 1 500 000. Ну, так что кто надумает покупать, берите, не бойтесь. Машина стоит своих денег. Качество есть. Каменск. Так он выглядит. В принципе, сюда ничего даже не лазили, не смотрели, поменяли масло. И все, не течет нигде. Не сопливится вроде бы. Что? Нехорошо. Пока что. Модель ESBE4185. Кому интересно. Ну, насколько я знаю, вроде на камазятах на таких ставятся такие движки. Он был изначально евро 4, сейчас он евро 3. В принципе, вот движочек. Сзади коробка ЗФ-ская идет. Тоже все достойно выглядит после стольких лет. Простое. Кабина гидравлически открывается. Все сделано для людей. Доступ, да, то есть кабина практически под 90 градусов открывается, соответственно, можно подлезть, что-то здесь посмотреть, что-то здесь починить, удобно обслуживать. Сейчас предстоит ролики, вон щуп масляный выводится вперед под кабину, то есть это не где-то сбоку, как у нас, то есть это нужно под кабиной, вон там вот, с другой стороны смотреть уровень масла. Масло не жрет, масло заливаем в синтетику, как дилерам рекомендовано. Римула. Вот такой вот аппарат. Ребят, в своих роликах я буду делиться всеми нюансами эксплуатации этой машины. Следите за ней, подписывайтесь на канал. Сейчас мы на ней работаем по ставкам, ну, примерно таким же, как на газоне Next. Ездим 30-35 рублей километр и по обратке рублей 25. Сейчас, конечно, не очень сезон для изотермов. Надеюсь, ближе к холодным дням эта ситуация выровняется. Вот. Ну, а так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.